В жилом комплексе Бутово Парк состоялись публичные слушания по вопросу объединения территорий поселений муниципалитета в городской округ. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с местными жителями. Вопрос объединения вызвал большой ажиотаж среди людей. В актовом зале Бутовской школы номер один не было свободных мест. Каждый вопрос, который касается населения, общественности, я считаю, власть обязана советоваться с людьми. Валерий Венцель уверен, что благодаря объединению поселений произойдет значительный прорыв в развитии всего муниципалитета. Единое управление территорией повысит эффективность работы власти, а значит, улучшится качество жизни людей в целом. Люди, которые независимо от того, в каком населенном пункте проживают, тоже имеют право на благоустроенную территорию, имеют право на хорошие дороги, на тот же самый ямочный ремонт, на те же самые ремонты в подъезде и все те программы, которые реализуются на территории Московской области и на территории Российской Федерации. Жителей беспокоили вопросы школ, больниц, дорог, застройки территорий, а также изменение размера налогов и сохранение льгот. Глава спокойно и четко ответил на все затронутые темы. Ни одна льгота не будет отменена. Однозначно. Перед началом публичного голосования многие, как Татьяна Полякова, смогли лично высказаться по поводу объединения территорий муниципалитета в городской округ. Я за объединение, потому что в силу опыта, который позволяет мне иметь собственные суждения, я всю жизнь проработала на благо района, и я вижу, какая форма более эффективна при формировании той или иной структуры. Конечно, были и те, кто оказался против или воздержался от ответа. Но в ходе голосования, по подсчетам комиссии, большинство жителей поселения Булатниковское поддержали инициативу.